Всем заряда бодрости. Меня зовут Баян, близкие всегда называли Яником, и это своя история. Первоначально не было цели создавать канал. Хотел только поделиться собственной уникальной технологией выращивания зелени, чтобы помочь всем, кто нуждается в экономии средств, поправке и умножении здоровья. Но потом пришла в голову мысль, что мне есть еще чем делиться. Конкретно и в этом вопросе тоже. Здоровая еда за меньшие деньги лучшего качества, которую мы сами вырастили, делает нас независимыми. Здоровье и независимость, получается, связаны друг с другом. Как показывает мой личный опыт, поиск путей решения трудных, финансово дорогих проблем хоть и бывает непрост, но если приложить терпение и смекалку, можно отыскать простой и недорогой путь почти в любом вопросе. Особенно это касается разрешения житейских проблем, вариантами решения которых я и постараюсь здесь делиться. В конечном счете, сам этот процесс приятен, а уж когда ты делаешь еще чью-то жизнь лучше, разве это не счастье? Всем добра!